сяду на пеню, съем пирожок. Не садись на пенек и не ешь пирожок. А съешь-ка ты лучше приошек с шоколадной начинкой. Я уже все сделала, ребят. Доброе утро. Еду я на проводе. Готова лететь в другое место. Сегодня пятница. Пятница, как и вторник у нас. Такие деньки слабенькие. Сделала почти все готовое. Куриных ляшек нажарила. Сейчас печенку зашурую. Картошка жарится. Лилёк парится от безделья. Думаю, сяду, посижу чуть-чуть. Вчера в парке так хорошо поработала, знаете, аж пришла домой, аж такая вся. Сейчас вроде прекратился дождик. Опять поеду сегодня. Что делать? Кому-то ж работать надо. Вчера встретила своих садовников. Они говорят, ну, мы видели в понедельник, что была чистота и порядок. Но ты нас, засранцев, прости. Один показал свои ботинки. Ботинки вот так вот аж до колен. Говорит, я только сниму один ботинок, у тебя уже там все, полный аншлаг. Я говорю, а мне-то что? Мне за часы платят. А то, что у вас бардак, это ваше дело. Вас это устраивает? Он говорит, нас, да. Я говорю, меня тоже. Так что будем заметать. Завтра у меня суббота, работа в баре, Марука нет, никого нет. Да. Буду вот так, рука в руку, руки в брюки и пошла, да? Что-то скучная жизнь стала. Мороженое пора делать, ребята. Сейчас только потеплеет, так и займемся. Дотянуть бы до мороженого, а? Все люди объявляют кризис, объявляют закрытие своих баров, ресторанов. В общем, полная катастрофа, полный трындец. Пошла я. Слышали, Тереза звала, говорит, Леля, иди, тебя тут просят. Выхожу, Леля кушает, я ж увидела, кто меня просит. Звезды нашего терминала. Что ж ты не сказала, что у тебя вчера была трипа? Говяжий желудок. Ты, говорит, нас предупреждай. Я говорю, а вы читать умеете вообще-то? Вот смотрите, вот тут на черным по белому, то есть белым по черному все написано. Меню де ла джорната. Я ему дала кусочек меланзане ла пармиджана. Так он говорит, я вечером сидел вот так вот, любовался этой едой, говорит, смаковал. Ну там кусочек вообще маленькусенький остался. Я думала себе на ужин забрать, но знаю, что ему нравится, увидела проходящего мимо. Я говорю, иди сюда, Бьондо, вот такого роста, волосы белые, 70 с чем-то лет. Ну, труженики порта работают. Так он не знал меня, как отблагодарить. Сейчас воздушные поцелуи. Говорит, ты ж предупреждай. Я говорю, хорошо, я предупреждаю. Смотрите мне, приходите вовремя. Вот эти ложки. Печеночка венецианца готова. Марокканцы сбежали. Ребята, все спрашивают, почему по-венециански? Ну откуда же я знаю, почему так называется? Ну так назвали. Печень по-венециански. Пришел дедушка, я ему говорю. Куриные ляшки, рыбные котлеты. Рыба жареная. Тин-тин-тин. Продолжаю. Пегату. Я умолчала. Я знала, что он клюнет на печенку. И лазанья. Где лазанья? Вон она. Вон она стоит. Моргает. Я говорю, садись и жди. Вся жизнь впереди. Сейчас его бабушке супа нальем. Завтра выходной. Кто-то спрашивал, что говорит бабушка.
Бабушка не говорит. Бабушка лежачая у этого дедушки, поэтому я его поэтому и ругаю. Не приходи рано, чтобы ты не ждал, не бросал свою бабушку одну дома. Знаешь что? Раньше времени это блюдо не выскочит. 5 минут. Сегодня лазанья перещеголяла сама себя. Гляньте, выросла, даже краю противня не видно. Высокая такая, шикарная. Алла болоньеза. Сейчас дедушки. Каким-то образом буду насыпать. А погодка сегодня у нас. Распогодилась чуток. Только что с Сильваной наржались. Так, куда вы на красный, ребят? Она профессор в университете. Говорит, боже, какие тупые дети. Дети, это дети, которым по 20, по 25 лет. Говорит, молодые, которым 19-20. Те, которые постарше 25. Я, говорит, уже у меня нет терпения их учить. Я, говорит, чуть сегодня, говорит, не поубивала. После 5 месяцев занятий, говорит, сказала, скажите своим родителям. Дядя, пропусти. Что я вас учить не буду, я вас поубиваю. Говорит, пришел на практику пацанчик в парк. Неделю как работает, папа его привозит, папа его отвозит. Но она говорит, ну это ладно. И плюс интересуется, как же сын практику проходит. Сын расплакался, сказал, что... Что ж его заставляют все время листья сгребать? Она говорит, так мы ж в парке, говорит, а что ж я тебе еще скажу делать? Я, говорит, сегодня позвала его, говорит, с собой вазоны пересаживать. Думаю, ладно, вместо листа начнем садить вазоны. Говорит, бери сапку. Она говорит, а что это такое? Она говорит, я, говорит, вообще я в шоке. Ну, в общем, вот такие вот дела. В воскресенье решили держать парк закрытый, потому что дожди, плохая погодка. Ну, а с 13-14 февраля парк откроют. И сейчас мы даже не знаем, как меня будут... Надо же переводить опять в баристы. Тут я была уборщиком, теперь я буду опять баристом. Как этот контракт, Фаби говорит, не знает. Как-то надо перекрутить, перевернуть, в общем. Сделать опять из тебя белого человека. Я говорю, да, хоть фиолетового, главное, чтобы работа была. Главное, чтобы работа не кончалась. Ой, даже солнышко вышло, ребята. Плюс 15, какая красотень. Спросила я за этих зеленых попугаев. Я говорю, никогда в жизни не видела столько попугаев в парке. Ну, один-два где-то на дереве, да, где-то. Это, оказывается, люди, которые держали попугаев, которые попугаи сбегали из дому, блудные попугаи. Они где-то расплодились, и их теперь целые стаи у нас, представляете? Давай, 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 уже проезжай. Говорит, я другой раз сама еду, говорит, смотрю. Думаю, что это трава выросла на дорожке или что. А это, говорит, все зелеными попугаями усыпано. Так что такие они у нас попугайчики. Смотрите, какая чудесная погода. Сзади светит солнышко, впереди черные тучи. Такие все краски солнечного дня. Так, мне сейчас надо картошку купить, чтобы мимо не проехать. А то я сюда, думаю, больше... пока не приеду. Поубирала, раз парк закрыт, то хватит садовникам. Боже, сколько они всего повыгребали. Они работают, конечно, как черти. Так что им надо отдать должное, ребята. Так, тут у меня остановочка. Картошечная остановка. Картошечная. Немножко не в дугу, но... Я тут стою. Так, дяденька, ты подвинулся, бо це тетенька тут бы встала. А так, переходь, молодец. Видите, сколько всего? Видите, сколько всего? И фенхель по 99, и перчики 99, и бананчики 99. Ой, чего только нема. Артишоки. 10 артишоков стоит 2,50. Понятно? А 20 3,99. Но они нам не нужны.
Видите, орхидейка там стоит. Смотрите, какой себе натюрморт. 4 евро 3 таких штучки. Но они чуть-чуть, конечно, жесткие. Но они поспеют. Ой, с яичком вареным. Да такой салатик. Вот люблю, когда фрукты стоят вот так, и ты ими любуешься, да? Такие цвета. Ребята, устала, как собака. Еле до дому ноги дотащила. Такая, иду уже. Ой, по лестнице поднимаюсь, и глаза закрываются, представляете? С 5 утра до 5:30 вечера. Раздеваюсь и пошла я купаться.